Ты как-то сказал, не будет царя мудрее меня. Он уже есть. Итогом схождения стало единство миров. Ты был готов отдать жизнь за каждое из них. Что может Асгард даровать новому царю? Люди смотрели бы в небеса с надеждой и упованием. Теперь они смотрят со страхом. Трон, которого один сын так жаждал, другим ударом не нужен. Отец, мне не быть асгардским царем. Я клянусь защищать Асгард и все миры до последнего вздоха, но только не сидя на троне.